Это, грубо говоря, доберман. Вот, это вот ноги, допустим, его. Доберман в разрезе. Здесь лежит около 100 деталей будущей собаки из металла. Мастер Иван – парень с железными увлечениями. Сам работает в автомастерской, где часто приходится иметь дело со сварочным аппаратом. Но в конце дня тянет на творчество. И вот прожженный металл превращается в бульдога. И у собаки даже появляется имя – Боб. Первый у меня был доберман сделан. Вот его я сделал, он у нас долго в сервисе стоял, из клиентов, ну, почти всем нравится, все хотят себе поставить, давай нам его, мы такие, не-не-не, пусть стоит. Свои фигуры, кошки, краба, архары из металла Иван не поставил на поток. Заказов не так уж и много, да и цена смешная, говорит мастер. Но, как он считает, изделия из металла становятся все более популярными. Не будешь же ты убивать архара, чтобы повесить его на стенку. Лучше купить вот такого, вот он и смотрится красиво, и в современный интерьер впишется. Вот и обожженный Боб тоже станет частью современного интерьера. Совсем скоро Иван отправит его новым хозяевам в Германию. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.